Расскажу я, дружок, отчего вокруг засада. Отчего жизни нет столько лет и столько дней? От того, что другой вам по сути и не надо. И апостол поет про вычерпывающих людей. Того, что пока не летает истребитель, в головах темнота, а на сердце суета. Там внизу на земле проживает смирный житель. Ему не вредит изобилие тепла. Кто же это такой? Может, он противник света? Может, глух он и нем, и не видит ничего. Расскажи-ка, дружок, что ответишь ты на это? Если честно, дружок, не узнал ли ты его? Или тебе по душе чудо лиры слушать звуки? Меньшим быть ведь на то есть достаточно идей. Читать книги для глаз, отбывать от гари руки. Что осталось от игр этих возрастных детей? Так терпи, рабский дух, береги свою обитель. Никогда ты не жил, и не стоит начинать. Но тогда прилетит к тебе белый истребитель. Выбьет падаль земли, может, станет, чем дышать.